Последний месяц весны начинается с доброй, прекрасной ноты Дня единства народов Казахстана, который мы празднуем 1 мая. Для всех казахстанцев этот праздник наполнен особенным смыслом, ведь именно в Казахстане под единым шенераком соседствуют более 150 национальностей. Сегодня школа детского творчества проводит челлендж в честь Дня единства народов Казахстана. И эстафету я с особым удовольствием передаю сегодня своим любимым и дорогим педагогам. Мен Кайырлап Улбосын Куандық қызы, балалар шығармашылық мектебінің директор Елена Константинадан челленджді қабыл алдым. Весной много праздников, и один из таких праздников 1 мая, День единства народа Казахстана. День межнационального согласия. Это праздник мира, труда и дружбы. Поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Один посадит только дерево. А вместе сад. Один успеет положить только один кирпич. А вместе уже построили дом. Соединяет людей дружба. Праздник радостно встречаем. Мы в стране своей родной. С 1 мая! С 1 мая! С 1 мая и весной! Мы солнышку велели, сияй, сверкай, свети! Чтоб громче птицы пели, чтоб ландыш мог цвести. Мы попросили ветер, знамена развивай. Чтоб знали все на свете про наш счастливый май. Всюду песни, всюду смех. Я смеялась громче всех. В синей-синей вышине улыбалось солнце мне. С праздником вас! С праздником вас! Днем единства народов Казахстана! Эстафету принимает интернациональная русско-казахско-татаро-башкирская семья Ахметовых. И сейчас мой муж Устам споет о том, как мы уживаемся вместе. 10 лет назад влюбился и ходил, как важный бай. Через год на ней женился, думал я, что жизнь как рай. Но не тут-то, братцы, было, размечтался, видно, зря. Заставляет много делать меня, милая моя. То ремонт в квартире просит,
а то мусор выноси. То детишек ночью нянчить, то в деревню всех возить, а в деревне тесть и теща, их же нужно уважать. То сарай почистить просят, то картошку выкопать. Я надеялся, секреты могу с мамой обсудить. Люба же в ответ на это начала язык учить. Понимать Любаша стала по-казахски хорошо, и теперь всегда все знает, что сказал, куда пошел. Нам Коран не запрещает ни одну иметь жену, лично мне одной хватает, с тремя ноги протяну. Ну, конечно, это шутка, не подумайте всерьез. Я хотел, чтоб хоть минутку посмеялись вы до слез. Выбор сделал я отличный, просто хвастать не хочу. Хорошо все в жизни личной, про работу промолчу. Разных поводов к веселью стало больше у меня. Календарь почти весь красный, и гуляю по три дня. Куличи печем на Пасху, яйца красим шелухой. В Наурыз мы бешпармачим, и на Аид готовим той. Есть один лишь праздник страны, и я о нем не промолчу. Зимой в проруби купаться на крещение не хочу. Ну а если петь серьезно, общий мы нашли язык. Если нужно в день морозный, искупаюсь я привык. И в конце без всяких шуток повторю вам вновь и вновь. Семья нации не важна, важна дружба и любовь. С днем единства народа Казахстана! Бақытты болыңыздар! Я принимаю эту эстафету. И в день народного единства я всем людям пожелаю, чтобы небо было чистым, мимо шла беда любая. Всех соседей уважайте, не кричите, не ругайтесь, с позитивом день встречайте, просто жизнью наслаждайтесь. Будьте счастливы, вы, люди, жизнь как солнце, у нас одна. И пусть надежда мир наш согреет, и пусть победит весна. Все нужно пережить на этом свете, все нужно испытать и оценить, и лишь тогда, проснувшись на рассвете, вы сможете смеяться и любить. Всех с наступающим праздником 1 мая. 1 мая – это праздник единства народа Казахстана. В нашей стране проживают более 100 национальностей. Это и казахи, русские, татары, башкиры, немцы, узбеки и многие-многие другие национальности, которые живут в мире и согласии. И сегодня, в это непростое время, я от своей семьи хотела бы пожелать добра, терпения, любви, понимание в каждую семью, в каждый дом. Берегите друг друга, цените друг друга. И, конечно же, всем мирного неба над головой. И сегодня в поддержку наших жителей я хотела бы прочитать стихотворение великого поэта Омар Хайям.
Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь в глазах твоих это счастье. Подойду и скажу. Здравствуй. Я люблю тебя очень. Сложно? Нет, не сложно это, а трудно. Очень трудно любить тебя. Веришь? Подойду к крутому обрыву. Буду падать, поймать. Успеешь? Ну, а если уедешь, напишешь? Только мне без тебя очень трудно. Я хочу быть с тобой, слышишь? Ни минуту, ни месяц, долго, очень долго, навек, понимаешь? Значит, вместе всегда ты хочешь? Я ответа боюсь, ты знаешь? Ты ответь мне, но только молча. Ты мне взглядом скажи, любишь? Не тяни своим взглядом, не надо. Не тяни своим взглядом в омут. Если любишь другую, ладно, обо мне ты немного помни. Я любить тебя буду, можно, даже если нельзя, я буду. И всегда я приду на помощь, когда будет тебе очень трудно. Всем любви, понимания и пожелания оставайтесь дома, берегите друг друга. И мы передаем всем большой привет. Ходят голуби по крышам, летают в небе журавли. Пусть будет мир, он так нам нужен. Мир нужен людям всей земли. Пусть будут реки, города и села, пусть лес растет, возводятся мосты. Пусть дети всей планеты ходят в школу, пускай цветут во всех дворах цветы. Как хорошо знать, что под огромным небом ты не один, что у тебя есть верные друзья. Дружба – это самое ценное, что изобрели люди. Давайте дружить, и тогда все наши мечты сбудутся. Здравствуйте! Эстафету приняли интернациональная семья Вал и Орынбековы. Мы хотим поздравить вас с 1 мая. Шумливые и теплые ветры весну на поля принесли. Сережки пушатся на вербе, мохнатые точно шмели. Речные запруды ломая, весенняя хлещет капель. Да здравствует 1 мая, да здравствует труд и весна. Пусть мир торжествует на свете и дружат народы земли. И также на солнышке дети пускают весной корабли. Дорогие эштегаринцы, поздравляю вас с праздником 1 мая, с Днем Единства Народов, счастья, радости желаю. Құрметті жерлестер, біз Жақсыбаевтар отбасы челленджді қабылдаймыз. Сіздерді 1 мамыр мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздің ұлтаралық татулығы әрдайым берік болсын. Ынтыма, бірлік мәңгі жасай берсін. 1 мамыр достық күні, бірлік күні, ұлттарды қосылатын басты күні. Бір ұл болып бір жерде біргеміз, бір елде мәңгі өмір сүреміз. Бірлік достық әрілмас әніміз, бірге жүріп бірге оны шырқаймыз. Өзбек, орыс, түрік бол, дос болудан қашпаймыз. Ең байтақ көз жетпейтін жерім менің, таулы орман жасыл жайлау көлем менің. Бүгінден бар әлемге даңқын жетір, тәуелсіздік Қазақстаным елім менің. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мереке құтты болсын! С праздником, дорогие друзья! Сегодня мы все остаемся дома, но каждый из нас – это часть большой, дружной казахстанской семьи. Мы на свет родились, чтобы радостно жить, чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, чтобы улыбки друг другу.